Смертельная авария произошла сегодня около 8 часов утра на улице Локомотивной. 29-летний водитель китайской иномарки совершил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Водитель пояснил, что не успел затормозить. Темное время суток, светоотражающих элементов на одежде ребенка не было. В настоящее время судебными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по части 3. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновному грозит до 5 лет лишения свободы.